На улице уже тепло, поэтому теперь мы можем рассказывать про виды спорта на свежем воздухе. В этом выпуске стендовая стрельба в муниципальной школе «Лидер». Стендовая стрельба – разновидность стрелкового спорта. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по керамическим тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. Цель – разбить летящую тарелочку выстрелом или двумя. В муниципальной секции соблюдаются все правила безопасности, поэтому занятия приносят только пользу для здоровья и захватывающие эмоции. Дети с 11 лет занимаются, совершенствуются в стрельбе, учатся стрелять, учатся обращаться с оружием. Развитие идет координации, стрессоустойчивости, потому что ружье любит спокойных. Очень много детей записывается, у кого такие проблемы со зрением. Мы смотрим всегда вдаль, вблизь, у нас идет концентрация, и для зрения это очень полезно. Спортсменов обучает потомственный стрелок. Кирилл Факеев – сын участника 4 олимпиад. Да и сам тренер муниципальной школы многократно выигрывал первенство России и мира и состоял в сборной России по стендовой стрельбе. Переехав из Липецка, решил свои принципы и знания передавать юным стрелкам дальневосточной столицы. Мы занимаемся ОФП. Это вы сами попробовали, что ружье не легкое. Надо мышечный корсет. Верхний плечевой пояс должен быть развит. Отжимание, подтягивание, пресс для устойчивости удержания оружия. Потом холостая работа с оружием, чтобы имитировать полет мишени и попадать по тарелочкам. И у нас есть тренажер. Тренажер интерактивный, где, как компьютерная игра, датчик на ружье вешается, и мы стреляем по экрану, все разбивается. Ребенок видит сразу результат без отдачи, которая бывает иногда болезненно, и без всяких хлопков. И можно стоять без наушников. Вот. И самое, конечно, основное, это мы потом выходим стрелять и уже в бою испытываем все, что мы потренировали в классе. В группе занимаются 24 ребенка. Практически все пришли с открытия секции и остались. Я пришел сюда 2,5 года назад, остался, потому что мне очень нравится вся тема, связанная с оружием. Мне очень нравится здешний коллектив, у нас очень хорошая дружественная атмосфера. Здесь очень хороший тренер. Если бы был другой тренер, я бы сюда бы больше не ходил, честно. Я бы сказал, ой, здесь большая отдача, я не хочу больше ходить. А у нас тренер очень веселый, очень позитивный. Мне нравится то, что он общительный, всегда подскажет все, если ты неправильно сделал, и не будет ругаться. От возможности проявить себя в стрельбе невозможно отказаться, поэтому после тщательной подготовки мне доверили оружие. Ой, я не могу уже держать! Я сейчас помогаю. Сок передней ноги без тела, да, но это сильно коленку не сгибаем, во, правее. Мишень вылетает, мы подводим и нажимаем, да. Поэтому лицо не отрываем, если начнете лицо отрывать, приклад догонит и будет синяк. Может, холостыми все-таки? Я правда боюсь, что... У вас когда следующий репортаж? Да через неделю уже, у меня синяк не пройдет. Заживет. А можно подушечку какую-нибудь? Подушечку? Нет. Наверх? Это золотое. Ага. Дай. Ну что, ты меня потряхиваешь? Но это было не больно. Так потому что... Че вы меня запугали? Так мы... Страшно, что просто вот так вот. Я отлечу и сюда прибьюсь, и ударюсь, и у меня здесь будет синяк, и у меня будет выбито плечо, и я буду такая, о боже, мне так больно. Но при этом все равно вы попробовали. Дай. Вот и все. Так. У меня вышло без вашей помощи! Ура! Записаться на занятия дети с 11 лет могут по номеру телефона тренера муниципальной спортивной школы «Лидер». А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!